Торжественное вручение паспортов в здании администрации уже стало доброй традицией. Основной документ – паспорт гражданина Российской Федерации 14-летним школьникам вручил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Не сомневаюсь, что каждый из вас уже в чем-то заслуженный, отличился. Кто в учебе со своей пятеркой маме радость доставляет, кто-то, может быть, в спорте 100 метров бегает, как я когда-то, быстрее других. Кто-то поет, кто-то танцует. Не сомневаюсь, что каждый из вас талантлив по-своему, но у вас впереди еще многие десятилетия жизни. И мы все вот здесь, те, кто уже взрослые, родители ваши, мы хотим, чтобы она была длинной, яркой, успешной. Большинство ребят признались в том, что с нетерпением ждали этого события. Так, например, Богдан Паршин рассказал, что получение паспорта для него – это возможность почувствовать себя полноценным гражданином своей страны. Особую гордость испытывали родители, которые пришли поддержать своих детей в этот волнительный и важный момент. Огромное спасибо администрации, что предоставили такую возможность. И сыну на память. Мы как бы ждали этого дня. Даже там звонка не было, мы все равно знали, что приедем. Конечно, волновалась, и это очень приятно, потому что, ну, уже взрослые, 14 лет. Это мой самый первый ребенок, поэтому я рада. Вместе с основным документом все участники торжественной церемонии получили подарки. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.